Дорогие братья и сестры, дорогие прихожане и дорогие, дорогой хор традиции, причастницы и участники, от имени нашего прихода, во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови, Софии, мы сердечно вас приветствуем по случаю вашего прибытия сюда, и вы согласились под руководством нашей дорогой Оксаны Владимировны украсить сегодня праздник. У нас крещенский праздник, да, и сейчас по празднеству, у нас бывает сам великий праздник, а потом бывает несколько дней по празднеству, то есть еще продолжает праздник. И я должен даже выразить особую радость, потому что у нас когда-то был один ансамбль, или может быть даже два раза, но это за последние лет 12, так что уже на моем веку я все это забыл, а теперь... Действительно, мы имеем честь и радость приветствовать вас, и тем более, что вы такие новорожденные, недавно сложившиеся. Так что дай вам Бог удачи, успеха и благополучия, и процветания. Спасибо. Спасибо вам. Оксана Владимировна, да, пожалуйста. Да, спасибо. Я тоже благодарю за то, что вы выразили интерес и пришли сегодня послушать нас. Мы на самом деле существуем совсем недавно, с сентября месяца. Нам всего сколько? 4 месяца. Мы новорожденные пока что. Но мы решили к Рождеству все равно небольшой концертик подготовить. То есть мы поем песни на немецком и на русском языках. Да? И мы тоже поздравляем всех вас с Новым годом, с Рождеством, с прошедшим крещением, по празднеству. Да? И да, желаем, чтобы в этом году у всех у нас этот год и был красивый, счастливый, веселый, радостный, поменьше проблем, печали и забот. Вот. И мы с удовольствием споем для вас эти песни. Сначала 4 песни на немецком языке, потом 4 колядки на русском. И сейчас я быстренько достану. Мы вместе будем петь еще одну песню. Мы раздадим вам текст. Я хотел напомнить, что в русских церквах аплодировать не полагается, но мы были на духовном концерте в сербской церкви недавно, и там, конечно, темпераментные сербы аплодируют, немцы тоже от радости аплодируют, потому что поэтому, если кому-то душа просит вам выразить аплодисменты, ну что ж, да, я поддержу. Oh,
всему миру радость ныне. Но сказал он, о, не бойтесь, всему миру радость ныне. Thank you.
ангел собрал горсть. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу, слава, слава Вышний Богу, всюду раздалось. Вдруг противник с этих ангел прямо к ним слетел, и не тискали тему пастухам велел. Ныне день рождения нашего спасения,